В управлении иммиграционной службы Саратовской области подвели итоги работы. Первый квартал 2015 года был не самым удачным, по мнению руководства. Рост показателей внешней миграции составил 16%. Почти в два раза увеличилось число уголовных дел в отношении иностранных граждан. Количество административных нарушений, допущенных мигрантами, также значительно выросло. В сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности нами проведено более 12 тысяч проверочных мероприятий в отношении российских и иностранных граждан. Ну и составлено более 10 тысяч протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции. Если по ПФО снижение, то у нас, я уже сказал выше, 2% роста.